Хочу показать самодельный отпечатыватель двигателя, ну, если его так можно назвать. Сделанный он на скорую руку. В течение 2 часов я его сделал. Нашел трубу. Диаметр стенки у нее 5 мм. Диаметр ее, по-моему, 70 мм. Сделал в ней 4 отверстия. 2 так, 2 так. Нашел ответную трубу. Было в доме когда-то отопление на железных трубах. Диаметр ее 60 мм. Стенка у нее, толщина стенки у нее 4 или 3. По-моему, 4 на ней. Тоже загнал туда трубу. Сделал также сквозные отверстия. Потом нашел уголок толстостенный 7 мм. Вот. И стенка у него, это по длине, по ширине 6,5. Вот. И прикрутил, сделал тоже ним, там отверстие сделал. И все закрутил на болты, которые крепят на подушку блоку. С этой стороны, ну и с этой стороны. Ну вот, в принципе пойдет. Удобно работать.